Добрый вечер, дорогие сограждане. Я обещал еще месяц назад, полтора месяца назад, что мы эту передачу сделаем. И сегодня мы будем разговаривать о такой злободневной проблеме, как кризис газа, как себестоимость кубометра газа и о тарифах на газ, которые нам сегодня уже начала выставлять Молдова-Газ и все структуры государственные, которые с нас взимают деньги. Для того, чтобы у нас разговор шел более-менее понятно, сначала буду говорить я, а потом каждый здесь выскажется и выскажет все, что он думает об этом. Для понимания того, что происходит на газовом рынке Молдовы, мы должны понимать простую вещь. Нам сказали, что Молдова-Газ покупает у Газпрома 1000 кубов по цене $450 за эти 1000 кубов. Дальше нам выставили тариф 11 лей 8 бануц за кубометр газа. И больше мы ничего не можем знать, мы не можем понять, откуда взялся этот тариф. Какая себестоимость этого кубометра газа? Мы не можем вообще четко понять, что происходит с этими тарифами. И поэтому я был вынужден очень долго искать. Я прочитал практически все ГОСТы, которыми пользуется «Газпром» при транспортировке газа, при торговле газом и все остальное. Там очень много интересных вещей, но они к нам большого отношения не имеют. Я сейчас попрошу Рустама, чтобы он нам открыл официальный сайт Газпрома. Рустам, можно? Каждый из вас может его найти, написав в поисковой строке gazprom.ru. И это не является государственной тайной ни для кого. На этом сайте мы попробуем найти ту информацию, которая не достает всем гражданам этой страны, чтобы понять, откуда берутся эти тарифы. В левом углу, в верхнем, на сайте Газпрома есть лупа, на которую можно нажать, и вас сразу же сайт вытащит на перечень глав на этом сайте. И прошу, чтобы вы нажали и там нашли такую главу, глоссарий и системы пересчета. Рустам. Есть, есть. Перейди, чтобы люди видели, где мы ищем и откуда мы берем. Потому что это не я выдумал, это не я нашел. И вот в этой графе «Глоссарий» открываем «Глоссарий системы пересчета». Мы видим перечень терминов, потому что «Глоссарий», если так брать для «Газпрома» на его сайте, означает, что это перечень информации, понятий того, как «Газпром» принимает или понимает то или иное сокращение или аббревиатуру, или то, что мы сейчас здесь будем искать, это что такое для Газпрома метр кубический газа. И вот здесь мы можем четко прочитать, что для Газпрома метр кубический природного газа есть метр кубический под давлением 1 атмосфера при температуре плюс 20 градусов. Вот то, что вы сейчас на экране видите. И вот эта цифра от нас все это время всегда скрывалась. Мы должны понять, что Газпром продает всем кубометр газа с такими параметрами. Он и для Молдовы параметры имеет такие, для Румынии, для Украины, для Германии.
для всех потребителей, для всех покупателей газа у Газпрома, вот единицей измерения является кубометр газа с параметрами метр на метр на метр и давление одна атмосфера. Вот это самая главная цифра, которую от нас все скрывали. И вот отсюда давайте дальше сделаем не хитрую систему, все это пересчитаем и выскочим на себестоимость газа для потребителей Молдовы. Что это означает? Один кубометр газа с давлением одна атмосфера. Это означает, что это метр кубический с давлением одна атмосфера, это 0,101325 мегапаскалей. Вот это точный перевод, и мы дальше будем понимать, что Молдова получает газ метр на метр на метр и давлением 0,101325 мегапаскалей. Нам в дома приходит газ совершенно под другим давлением. К нам в дом газ приходит под давлением 0,003 мегапаскаля. И вот если мы включим закон Бойля-Мариотта, который говорит, что произведение в замкнутой системе, произведение давления на объем всегда постоянно. То есть, если у вас изменилось давление, то уменьшилось давление, у вас увеличился объем. И благодаря нехитрым вычислениям получается, что Молдова-газ покупает один куб газа у Газпрома, а нам, потребителям, продает на самом деле 33,67 кубометра газа под давлением 0,003 мегапаскаля. То есть отсюда мы можем сделать другой вывод и выйти на себестоимость этого кубометра газа. 1000 кубов – это $450, которые платит Молдова-газ Газпрому. Если пересчитаем в лей, то получится, что себестоимость одного кубометра газа приблизительно равна 7 леям, 80 баням, которую платит Молдова-газ Газпрому. И дальше мы про Газпром давайте забудем. Но так как уменьшается давление и увеличивается объем, то нам продают уже 33,67 куба нового газа с меньшим давлением. И разделив 7,80 на 33,67, количество кубов, которые у них получилось, получаем, что себестоимость кубометра газа в наших квартирах всего лишь составляет 0,24 сотых лея, то есть 24 бануца себестоимость кубометра газа. И вот дальше мы должны себе задать один простой вопрос. Откуда берется тариф 11 лей 8 бануц за кубометр газа, который мы обязаны им заплатить? Вот отсюда, от этой цифры, мы можем понять, как в Приднестровье получается продавать гражданам кубометр газа по 81 копейки. В пересчете на лей это где-то 92 бануцы. А в Молдове нам продают по 11 лей 0,8. Вот эта разница сегодня, я ее первый раз хочу вытащить всем на обозрение. И хочу, чтобы каждый гражданин этой страны осознал, что здесь, в этой стране, происходит. Понимаете, вот мы имеем деньги, не имеем деньги. Но если мы не заплатим им 11,08 лея
за этот кубометр, нас через какой-то срок, наше любимое государство, наш любимый Молдова-Газ выселит из квартиры за неуплату коммунальных услуг. Нам все эти структуры скажут: ребята, хотите, не хотите, отдайте. Нам все равно, что будут кушать ваши дети. Нам все равно, что будет завтра делать пенсионер в этой стране. Нам все равно, что будут делать предприниматели с такими тарифами. Потому что, имея такой тариф, извините, умноженный, себестоимость умноженную где-то на 45, как они будут продавать свою продукцию? Какие рабочие места в этой стране могут появиться? Вот эти все вещи давайте сегодня все попробуем осознать и понять, что мы должны делать завтра. 24 бануцы себестоимость кубометра газа перед счетчиком в наших квартирах. И 11.08 мы должны им платить. Вот это то, что я хотел всем сказать, показать. И после этого я хочу каждому сидящему здесь за столом задать этот вопрос. Как вам эта ситуация? Что с этим будем делать? Eu întreb, eu în fiecare zi, când fac live, vine râde, pentru că, nu când vine râde, poate că poporul ăsta să înțeleagă odată că noi, nu știu cum or să poată rezista cu pensia de 2000 de lei, care are și 1000, care are 1500, care are 1800, cum or să reziste iarna asta, eu nu știu, o lună, două, trei, cât o să mai răbde poporul ăsta. Eu de câte ori v-am spus tot timpul, devizul meu a fost așa, jos schemele și sistemele. Și iată, asta este schemă, o schemă, este schemă la lunină, este schemă la apă. Și aici v-am spus eu vouă, și strigam în gura mare, dar vedeți că m-au blocat pe toate Facebook-urile. Mi-au format azi dimineață și aici am făcut Facebook-ul, mi-au format tot, oameni buni. Nu mai există Facebook-uri la mine, nu știu, am să încerc, poate să mai fac ceva, să vă mai spun dreptatea, să vă spun realitatea de Republica Moldova, e foarte gravă. Eu v-am spus, toți au venit la furat. Aici ei nu ne conduc, ei ne fură. Azi am primit multe fotografii, chiar venind în coace, am primit fotografii din Amsterdam, uite ce de frumos aici, uite ce de frumos aici. Dar la noi, aici ne-au furat de tot, ne-au furat de pământuri. V-am spus schema de la Don Dușan, Tudor Sârbu, strig în gura mare, cu Lilia Țurcan, cu Rician, Dorin, care se vrea înapoi la putere. O strig în gura mare, ce ne au, ce avem în ziua de azi? Nu funcționează nimic. Stăți oamenii lor, ei se duc, unii se duc și alții vin, unii se duc și alții vin. Și am strigat în gura mare când eram trezire moldoveni, trezire moldoveni. Și vedeți că uitați-vă, eu când am dus la Moldova Gaz, că am aflat pe 30 noiembrie, că au și adunarea acționarilor acolo, care au acții, dar din câte știu, s-am aflat că acțiile, chiar care având acții de la Moldova Gaz, nu pot intra la adunare și ați văzut că am pătruns înăuntru. Ei au rămas șocați cum am pătruns eu înăuntru, dar eu am avut scrisoarea în mână și acolo era scris Sovershenu Secretnu. Înțelegeți ori nu? Și eu m-am întrebat și am strigat câte ori am stat eu la Moldova Gaz, de la 3 până la ora 6, până a venit poliția și am cerut, deși noi, ca consumatori, nu este publicat contractul. Corect, corect. Bine. Noi nu avem contractul, noi nu avem nimic. Eu cer scuze. Dar eu îți mai cer încă o dată. Da. Eu vreau să spui părerea și domnului Vitali. Da. Părerea, dacă se poate așa spus, părere. Că asta că tare e... E tragedie, nu e părere. Da. Tragedie a tot poporului moldovenesc, da. Din ultimii 30 de ani. De ultimii 30 de ani. Să vorbim că diferența între 24 de bănuți și 11 lei și 8 bănuți, 46 de ori. Adică tot poporul trebuie să înțeleagă că pe noi de 46 de ori ne îmbracă. Da. Corect? Da. Și eu mă gândesc că asta nu e ultima schemă care este în Republica Moldova la momentul dat. Asta e cea mai principală. Da. Asta în momentul de față e... Cuvinte nu sunt așa, să vorbim corect.
Cred că trebuie de ridicat întrebarea asta, cred că mai repede. Mai repede, eu mai repede întrebarea asta trebuie ridicată și las organele competente să ne arăte. Să ne arăte nouă totuși care este diferența asta. Ori noi nu suntem drepți, ori ei nu sunt drepți. Dar aici este unul așa. Eu v-am promis că eu nici o cifră nu am scos-o de la mine din buzunar, de nicăieri. Aia asta e site-ul lui Gazprom și Gazprom deschis scrie metr кубический газа, это метр на метр на метр под давлением одна атмосфера. Все. И температурой 20 градусов. 20 градусов. Все. Там больше ничего нет, и вы нигде на этом сайте не встретите никакой другой цифры касаемо понятия метр кубический газа. Он для всех одинаковый. Все, которые покупают у Газпрома газ, все страны, все предприятия, они покупают вот кубометр газа вот с такими параметрами. Другого нет. Давайте мы сегодня, я вас немножко шокировал, да? Я вам обещал. А теперь давайте пойдем дальше. Начну с того дня, когда всплыл вопрос, что у нас в Молдове контракт на газ не заключен. И я вот тогда первый раз сказал, что здесь будет огромнейшее воровство. Наше правительство любимое, к ним приехал в гости Козак, предлагал что-то, предлагал другие условия и все остальное. А наше любимое правительство в тот момент времени сделало все возможное, чтобы Газпром показал от себя, что он хочет за такого рода поведение поднять Молдове цену на газ. И обещали, что будет 780, 900 до 1000 долларов за 1000 кубов. Помните, да? Об этом все соцсети кричали, все возмущались, все боялись. Но это боялся только народ. А наше любимое правительство и руководство Молдова-Газ смеялось с нас и говорило, что, ребята, все хорошо, все будет хорошо. И они очень четко на тот момент времени представляли все цифры, что насколько возрастет. И получается так, чтобы всем было понятно, что при цене 150-170 долларов за 1000 кубов себестоимость газа у нас на счетчике уже была всего лишь 8 бануц. С увеличением до 450 она стала 24 бануц. Если бы увеличилась до 1000 долларов за 1000 кубов, себестоимость на нашем счетчике превратилась бы в 50 бануц. Для нас, для потребителей, 8, 24, 50, все это терпимо. Если бы вы умножали всего лишь эту цифру на 3, на 4, мы бы должны были платить 1,5-2 лея за кубометр газа. Но вы же, извините за выражение, такие наглые и беспредельные, что вы умножаете на 44, 45, 46. Не стесняясь и обвиняете в этом Газпром. И вот то, что мы увидели 22 ноября, я вам скажу, мне стало уже и смешно, и грустно, и что я увидел, и что я понял из того, что произошло 22 ноября. Вот представьте себе, что я Миллер, который являюсь директором Газпрома, и вы ко мне приходите, как господин Спыну, и плачетесь, что не надо нам поднимать цену до 1000 долларов за 1000 кубов, потому что у нас в Молдове, у людей денег нету, и им нечем платить за газ, и вообще помогите, простите и все остальное. Я не знаю тех слов, которые там были, но Молдова Газ подписывает договор не за 1000 долларов за 1000 кубов, а за 450. Они просто говорят, ну ладно, идите вы с этой ценой. Грубо говоря, 1500. Да, скинули. И в конце вы объявляете тариф 11,08 при себестоимости 24 бануца. Я, как Миллер, вам честно говорю, я ошалел бы
от вашей наглости. И 22 ноября что сделал Миллер? Он сказал, да они вообще офигевшие, у них совестью ничего нормального нету. Пусть деньги, хотя бы те, которые по контракту обязаны, платят в течение 2 дней, 48 часов. Потому что с этими людьми говорить нечего. Они с одной стороны жалуются, что у граждан Молдовы нечем платить, а с другой стороны, смотрите, какой грабеж устроили. А нам здесь рассказали, что это «Газпром», извините, издевается над целой страной. Да это не издевательство «Газпрома». Я бы на месте Миллера от таких тарифов тоже бы ошалел. Или вы как-то по-другому бы это восприняли? Нет. Точно так же. Дальше будет еще интересней. Когда у нас пошли цены на тепло, на хлеб, на сахар, на все, где используется газ, вверх, наше правительство, оно плевало с высокой колокольни на то, что у нас растут цены, что у нас зарплаты не растут, а цены благодаря вот этому тарифу выросли вот до таких высот. Вы имели возможность с 4,60 еще скинуть долее полутора до двух, но вам это оказалось мало для отмывания денег. Что это за сумма? Вы взяли, бухнули 11,08 и говорите, пацаны, гуляй рванина. Как вам такое? Полная несправедливость. Я у него и купил орстроязк бини. Каис шкумпери богатцы, бедецкати богатцы, принцер строини. Еще пындела Румыния. И я ввели пентуати церили. И я купил орумваца бини. Требу бань. Цели через костюари. Унди? Ланица. Doar de asta eu vă spun în fiecare zi, v-am spus, la Nița se spală bani. A noștri moldoveni lucrează la negru, cu cetățenie moldovenească, care n-au cetățenie română, la alte ex-deputații noștri. Da, la domnul Andronache. Andronic. La Andronic, la Nița. Știe toată lumea. Noi nu deschidem America, amui mei ușor. Vedeți, datorită la toate telefoanele este, nu ne mai spală creierul chiar fiecare cum vrea. Și ieșim că avem de suferit. Eu, de pildă, eu v-am spus tot timpul, merg cu dreptatea înainte și așa cum la toți le-am spus-o. Nu am făcut nimic, nu am furat un leu, nu am amăgit pe nimeni și merg cu dreptatea înainte. Și nu am frică deloc. Și eu cred că popor trebuie să vă treziți, să ne sculăm în picioare din genunchi. Eu tot timpul vă spun așa, sculați în picioare din genunchi. Ne fură ca în codru, ne fură tare. Toate guvernările, deși Dodon îmblă liber, slobod, eu zic. Deși. Dați-vă întrebarea. Pentru că dacă Dodon începe vorbi, trebuie să pleci toți de urmă. Să ieși așa un cerc mare, toți închiși. Și toată schema e asta și a pus fărâmă. Da, sfărâmă schema, da. Și din punctul ei de vedere, ei și zic. Dar lasă-l pe Dodon în pașii, da. Las el să îmble, noi am ajuns azi la treucă. Și noi ați trebuit să fărăm atâta timp cât suntem la guvernare. Da, da. Și de atâta lasă Dodon cât o furat, a venit timpul nostru. Și ia că aici e toată problema. Nu-i problema limbii, nu-i problema de națiuni, nu-i problema României, Rusiei și toate așa. Aici e o problemă. Cine cât a crapat. A ia asta e un adevăr care vreți voi, nu vreți, da. Adevărul doare, da, este. Da, gândiți-vă bine și priniți hotărâri. Eu nu vă chem pe nimeni nicăieri. Eu vreau fiecare să dăie seama și îi spitrești în țara. Dar eu le-am spus, spun, popor, o simplă cerere, o simplă întrebare scriți către guvern, către guvernare, către deputați, deși contractul este secretizat. Punct. Fiecare dat să dăm câte cerere, să ne răspundă. Deși contractul este secretizat. Și secret au indescut. Chiar te vedeți că este publicat. Vitalic, ești o сказатель? Вы сейчас сидите и просто ошарашены от происходящего. Mă gândesc, m-a zvărit într-o... Mi-a spus-o că dar în cap și ne-ați dat cu și-o cap. Nu, dar dați mai... Diferența între 24 de bănuți și 11 lei 8 bănuți, adică să facem diferența, sunt 10 lei 84 de bănuți care spun în buzunarele
Un care îți merg și apă la spălat. Da. 10 lei, 10 lei, 84 de bănuți la metru cub. La metru cub. Mă gândiți-vă. Care și cum plătești? Care 100 de metri cub pe lună? Care 300? Care 500? Care și 2000 după casă? Da, și... da, după casă, da. Dar întreprinderile care folosesc gazul? La dânsul e tot acel tarif, el pur și simplu e numărat. Eu mă gândesc că noi în 30 de ani trebuie să nu să mergem pe Jiguliuri și pe, da, pe Mercedes-uri. Noi trebuie să zburăm pe avioane, da, să decolăm de pe drumurile noastre. Corect, corect. Dar nu mai spunem de ce se întâmplă între ceilalte domenii. Domenii, corect. Aici? Da, aici e schemă. Dar pe asta este gazul, lumina, apa. Da. Aici? Puncte strategice. Da. Dați-vă spun așa, că voi încă... Eu înțeleg că vă trebuie o leacă de timp să... Dar nu ne mai trebuie. Cum? Să înțelegeți... Noi tot timpul am înțeles asta, că uitați-vă, oamenii ăștia când au pus tariful, l-au format și ne-au spus, că ei așa de tare s-au muncit și-au format tariful, da. Și ca oamenii să plătească mai puțin, ei au dat TVA-ul de la 16% până la 8%. Printre asta... Au făcut o favoare. O favoare pentru popor. Dar dacă ne-o gândim mai bine și mai frumos, și sprinește că de la 11 lei, 8 bănuți, 16%, asta sunt undeva 1,70 lei, 1,75 lei, care trebuie să margă cu taxa de TVA, da, la buget. Și ei au hotărât. Noi la turma azi de oile povestim că le-am dat TVA-ul până la 8. Abia, spăși prosenie, lui prosi, să vă găuri în ruscă, 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 НДС до 8%. А на самом деле, что они сделали? Они снизили с лей 60 до 80 бань вот этот ТВА, этот НДС, который уходит в бюджет. Все остальное им должно остаться на счетах и потом должно быть отмыто. Они говорят, то, что попадет в бюджет, нам все равно. С этого бюджета мы не кормимся, мы кормимся с вот этих денег, да, которые мы у вас можем украсть. И вот теперь то лицемерие, та наглость, с которой нас здесь дурят и грабят, я хочу, чтобы вы каждый осознали, что даже бюджет страны они ограбили и нам представили это как беспокойство о народе. Нормально, да? Вот это та правда, которую нравится нам, не нравится, но она такая. И давайте мы ответим сами себе, зачем мы живем. Мы живем для того, чтобы воспитать достойно детей, накормить, одеть, дать им достойное образование. Или мы живем для... Камеру. Или мы живем для того, чтобы накормить вот эту политическую, так называемую элиту, чтобы они рано или поздно сказали, мы накушались. Так вот, я вас уверяю, они никогда этих слов не скажут. Сколько им не дай, они все скажут мало. Сколько им не пихай, они скажут, что еще хотят. Наглость, с которой вот эта схема сейчас происходит, она... Для меня лично зашкаливает. Дальше больше. Вот если мы пересчитаем здесь скромно со вкусом, что мы покупаем у Газпрома 1 миллиард кубических метров газа, а продаем уже 33 миллиарда 670 миллионов газа населению, то при тарифе 11,80 минус 80 банунц НДС, к отмыванию у них получается, что они будут отмывать где-то в пределах 34 миллиардов лей. Это, извините, скромно со вкусом, почти 2 миллиарда долларов. Из которых вычтем все, что нужно отправить в Газпром
450 миллионов долларов, 2 миллиарда минус 450. И полтора. Остается чистыми 1,5 миллиарда долларов, которые будут идти на зарплаты работникам, которые там работали. И все остальное будет отмыто по ихним схемам. На счетах «Молдова-Газ» никогда нету денег в конце месяца. Они заплатили «Газпрому» и говорят, у нас счета свободны. Они их очень быстро отмывают. Вы это увидели 22 ноября, когда они просили у правительства, дайте денег, чтобы мы заплатили срочно «Газпром». То есть никто не ждет завтрашнего дня. Сегодня и сейчас. Да, пошел Диори. Это как в той песне Высоцкого «Где деньги, Зин?». Да. А хочется спросить наших доблестных трудяг «Газпрома» и «Молдова-Газ». Не «Газпрома», здесь. Газпром, «Молдова-Газ». Где деньги? Почему Молдова в долгах перед «Газпромом»? Если такие схемы вырабатываются. Мы к здесь этому вернемся. Я вам обещаю, это очень интересная тема. Вы помните, как Они же могут просто, ну если так шиковать, так можно уже хоть как-то с «Газпромом» рассчитываться, чтобы не тянуть вот эту лямку. Ну да. Вы помните, нам в соцсетях правительство рассказывало, что долг «Молдова-Газ» перед «Газпромом» составляет где-то 470 миллионов плюс пеня за эти годы. Так вот, я сейчас про пеню говорить не буду. 733, по-моему, там всего. Ну, сейчас уже в общей сложности получается 733. Но основное тело долга — это где-то 450-470 миллионов долларов. Так вот, вы только вдумайтесь в то, что я сейчас буду говорить. Тогда был тариф намного ниже, чем сейчас. И себестоимость этого газа была 0,08 лея, то есть 8 банут. И для того, чтобы рассчитаться при тех тарифах, это было фу. Но господин Филат и все его правительство 2 года, получается, не платили «Газпрому» за потребленный газ. 2 года не платили, и сейчас они говорят, давайте посчитаем. Типа аудит. Да, да. Сделать. Мы заплатили или не заплатили? Мы, конечно, заплатили. Народ заплатил. Да, алта аудит, крол тейдем. Крол он сотерминат, крол дой сотерминат. На мои оплатники. Это при том тарифе нужно было 2 года не платить. И это получается, что то правительство Филата, потом Лянки, чем оно занималось? Оно просто запускало руки в эту яму, вытаскивало деньги и говорило, что... Господа с «Газпрома», вы потерпите, мы еще не наворовались. Хорошо. Как получается? Тогда что получается у нас? У нас получается, что Сплошное воровство. В данный момент мы ничего не можем изменить, пока не скинем все полностью. Да. Скинем, придут другие. Подождите, вот это теперь вопрос. Что дальше? Давайте я вам сейчас на эту тему скажу простую вещь. Я не исключаю, что после того, как если скинуть этих, чтобы могут прийти другие воры, понимаете, потому что все вот эти ворюги, они очень хорошо умеют оседлать протестные движения и выскакивать наверх. За эти деньги? За эти деньги, потому что это деньги не маленькие. Да. За такие бабки, извините, они здесь любому глотку выгрызут. Но вопрос становится в другом, что нам в любом случае придется думать над таким вопросом, как поменять этих и новых избрать. И если новые будут себя точно так же вести, тех тоже нужно снимать. Никого нельзя жалеть. Вы никогда не почувствуете жалость к тому, что вас выселяют с квартиры, и вы выходите на улицу с детьми малолетними. Им все равно. Разве мало людей выселили с квартир при этих тарифах, которые были тогда? А сейчас, поверьте, будет еще больше. Еще больше. Потому что зарплаты не выросли. И когда я сегодня на одной из передач слышал господина Уазу Нантоя, которого спрашивают, вы же обещали в Ремурбуне, он что ответил? Мы вам не в Ремурбуне обещали, мы вам не обещали хорошую жизнь. Мы вам не обещали жизнь, как в Европе. И
В Европе такие тарифы. А вот все остальное вы должны сами сделать. А как это можно сделать? С чего, если вы забрали последнее? Как сюда может вернуться молдавский гражданин, заработавший какие-то деньги, если его на корню с первого шага вот таким образом грабят? Какое производство он откроет? Кому он даст работу? Что он сам заработает? Что он может заплатить людям? Вот где вопрос. И сколько предприятий сейчас закроется только благодаря тому, что вот это руководство страны и Молдова Газ не может накушаться? Им все равно. Им самое главное, что деньги должны быть собраны в одну кучу. Нравится вам это? Не нравится. Но извините, вот берите сами, считайте. Я вам показал дорогу по сайту, где найти, что означает этот кубометр газа для Газпрома. И дальше, ни для кого не секрет, давление у нас на счетчике. Вы каждый сейчас можете прийти к себе в квартиру, домой, и посмотреть, что наш счетчик давление больше, чем 0,5 бар, не считает. Это 0,005 тысячных мегапаскаля. Но это максимальное давление. У нас в Молдове такого давления в нашей системе никогда нет. Понимаете? У нас даже на этом давлении, которое нам обещают, его нет. Я когда приезжаю в Москву и ставлю чайник кипятить воду, он у меня закипает чуть ли не в два раза быстрее, чем здесь. Почему? Потому что количество теплоты, выделяемой, оно все равно требуется одинаково, но в момент времени поступает намного меньше. Больше, да. Там да. Да. И получается, что здесь... Ну дай бог, если есть 0,3 тысячных мегапаскаля давления. И вот тут им те мама кассы зеропату. Это только для того, чтобы, чтобы этот газ только поступал. Вот тут. Да, 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 да. Шкемам ши спунем, штичен распунде, то есть ты ультима. Ну, сегодня, да? Да. Так кроме этого, нас еще имеют еще и на счетчике. Дает платим, правильно. Дает платеск ЕГАЛ. Да. Не чисто испыту, то есть ультима, что и рыдел. După ce se duce, eu spuneam, ia uite amul la plitcă, am uplit că lucrează, cum ați venit. Apoi noi am dat o leacă drumul. Da, e tot dat. Da. Eu chemam foarte des. Eu chiar am chemări și pot să fac interpelare, să vedeți de câte ori am chemat Moldova Gaz. Так вот 04. Получается, что эти лазейки, это, можно сказать, что каждое предприятие может сделать себе такие лазейки. Если там предприятие не может, поверьте мне. Если там хороший стоит менеджер, предприятие никогда этого сделать не сможет. Все счетчики контролируются Молдовой Газ, любого давления, потому что у нас предприятия есть, которые покупают, и основная масса предприятий покупает газ под давлением 1,2 мегапаскаля. Вот как ТЭЦ, вот эти, они покупают четко под таким давлением, им такой газ нужен. Потребители, чтобы ну, наши газплиты не взрывались, не взлетали в воздух, вот под таким давлением. Но пересчитывают, и все тарифы пересчитываются, исходя из вот этой схемы. Ну понятно. Дело что у нас? Получается, что в принципе строители дорог, если взять, они даже сделают дорогу на 10 сантиметров уже. Да, на да. Целый километр это будет... Большая сумма, да? Да понятно. Те же заправки, которые нас, да. Нам не додают, там да. Литр, допустим, бензина на 12, но что на рядом литров. С бизнесом Молдова Газ, у которой увеличивает количество газа в 33-67 раза? 46. Нет. Из одного кубометра, купленного у Газпрома, они нам уже продают 33 целых. Это количество. Это по количеству. А по тарифу? По тарифу 46. К дочь-трену. Они не могут успокоиться, они эти деньги. И к чему я хотел? Вот смотрите, что у нас получается. Для того, чтобы выйти из этого, нам нужен хороший парламент. Курит. То есть люди, депутаты, слуги народа, с которыми можно было разговаривать. И каждый человек, который там работает, то есть которого мы выбрали, он должен нести какую-то ответственность. А если мы не можем из него ответственность вытащить, то какое... Так а какую вы с него ответственность можете вытащить, если они на этой схеме сидят и кушают? Да,
происходит. Так я поэтому говорю, если это все разогнать, вот выгнать все, да? Да. Придут другие. Как нам быть? А что нам нужно переписать? А нам не нужно ничего переписывать. Нам нужно на самом деле четко знать, что происходит, и спрашивать с них, когда они назначают такие тарифы. Значит, они, каждый из них должен все-таки отдавать какой-то отчет. Ну, возьмем раз в месяц. Да кому они отчет? Не надо отчет. Мы с вами, зная себестоимость этого... Это по этому делу. А по остальным практически то же самое. Вы хотите со мной сейчас поговорить по электричеству? Поверьте мне, что там схема... Такая же. Такая же. Такая же. Поговорим по теплу. Схема такая же. Вы только вдумайтесь, что у нас две ТЭЦ, которые вот Кишинев обогревают, это на самом деле две электрические станции, которые производят электроэнергию. А вот эта горячая вода, которая к нам уходит на обогрев, на самом деле есть не что иное. Кишинев для этих ТЭЦ работает как радиатор, который охлаждает им эту воду. Она на самом деле бесплатная. Понимаете, это тепло. Но нам взяли и сказали, за гигакалорию мы хотим столько. 1700 с лишним лей. Практически вот оно. Вы если... Я сейчас вам начну рассказывать, что если сегодня поставить всем вот здесь ножи, чтобы они не жрали эти деньги, которые при этих тарифах они с нас сдирают, то за 2 года можно здесь на Гидигиче построить новую электростанцию, которая будет вырабатывать для Молдовы газ, и мы его даже не будем покупать в Приднестровье. Это я вам обещаю. 3 миллиарда долларов будет нам стоить не российская электростанция тепловая, которая будет мощностью в пределах 2500-3000 мегаватт. Понимаете? Не российская, а финская. И они под ключ ее за 3 миллиарда долларов нам построят. Это как раз те деньги, которые... Которые воруются. Так это, получается, что это не их интерес? Правильно, конечно. Потому что они говорят, мы здесь, сколько будем у власти, мы не знаем. Мы за это время должны наворовать. Теперь а строить ничего нам не надо. Понимаем, почему при Советском Союзе у нас здесь был тариф 1,60 за обогрев квартиры. Да? Рубль 60. Да. Потому что на самом деле Кишинев для вот этих двух ТЭЦ кишиневских, да, это радиатор для охлаждения этой воды. Это та правда, которую мы должны сегодня понять. Что знать. Понимаете? Да. Я скажу вам больше. Нам построили, 4 кредита взяли, трубу Ясы, Кишинев. 4 кредита. А вы слышали о том, что... Я вот в соцсетях нашел уже информацию о том, что 25% вот этого предприятия, которое держит эту трубу Ясы, Кишинев, принадлежит иностранной фирме. Кредиты брало государство Молдова, строила Молдова, и в конце оказывается, что уже четверть. Кошарина. Это потому, что труба не работает. Да. Она еще и не работает. Но она уже на четверть принадлежит кому-то. Не нам. Ну, потому что, наверное, не отдаются за кредиты. Дальше. Не расплачиваются. Поэтому... Больше. Нам господин Спину с барского плеча обещает построить ЛЭП из Румынии в Молдову. Объясните мне, дебил. Может быть, я дебил. Зачем нам нужна ЛЭП из Румынии сюда? И чтобы мы покупали румынскую электроэнергию, которая мегаватт стоит в пределах 170-220 долларов 1 мегаватт. Когда у нас есть под боком кучурганская, которую мы можем смело покупать по 56 долларов мегаватт. Вот этот вопрос меня очень сильно мучает. Ну, я думаю, что это уже политика. Нет, здесь никакой политики. Да, политика. Оставьте вы... Если они начнут что-то с Приднестровьем, то понимаете, что это все будет... Послушайте, оставьте вы мне вот эту всю политику. Да. Эта вся политика нужна для того, чтобы нас с вами разделить. Да. И я вам рассказывал
что Европа это хорошо, а вы мне рассказывали, что Россия это хорошо, мы с вами будем ссориться и будем выбирать, я своего вора, вы своего вора, они между собой будут договариваться и делить эти бабки. Понимаете? Нету здесь на самом деле политики. И между мной, вами и Марией, и остальными людьми нету этого вопроса. Понимаете? Мы все сегодня, сидящие за этим столом, живущие в этой стране, дошли до того, что мы не имеем что кушать. Понимаете? И у нас нету вопроса языка, нету вопроса никакого. Мы все нищие, голые, босые. А то, что они нам рассказывают... То, что они нам рассказывают. Они нам рассказывают для того, чтобы еще немножко денег отмыть на строительстве вот этой ЛЭП. А то, что они сейчас говорят, мы либерализуем рынок электроэнергии. Вы об этом слышали, да? Да, да. А что это означает на самом деле? Все эти фирмы, которые начинают торговать электроэнергией, кому принадлежат? Депутатам и бывшим руководителям НАРЭ. Вот это Фурнизария Электрика. У нас есть официальный хозяин, бывший директор НАРЭ. И идут разговоры, что за ним стоит господин Андронаки, да? Андроник. Андроник. Понимаете, да? Да. Так вот, у меня вопрос. Самый скромный. А что они тут делают? Они что, построили электростанцию? Они построили линию свою? Нет, они просто приходят и говорят, на всем, что построил этот народ, мы будем зарабатывать деньги. И все законы они, касаемо рынка электроэнергии, газа, тепла, создают под себя, чтобы они могли создать подобные предприятия, и на этом, ничего не производя, ничего не делая, зарабатывать бешеные бабки, грабят нас как народ. Понимаете, вот здесь же... А как думаете, вот... Карьер ли, кто-то сеешь, карьер ли. За ихними спинами кто-то все-таки конечно, еще большие есть? Люди, да, еще какие еще большие? Есть, да, да. Вот объясните мне, да. Кто такие эти большие люди? И вы знаете... Ну, к примеру, те же, которые делали приватизацию, или с помощью которых делали А кто у нас сделал приватизацию? Вот давайте мы к этому вернемся. Кто у нас делали? Ну, у нас же американцы были. Нет. Филат. В то время. Мы сейчас к этому всему тоже дойдем. Кто здесь избирается народом? Американец? Русский? Украинец? Румын? Нет. Граждане Республики Молдова? Наши же, да. Правильно? Мы вас уполномочили для чего? Для того, чтобы вы руководили этой страной во благо этого народа. А то, что вы все это распродаете американцам, еще кому-то, то это не американцы виноваты, это вы виноваты, потому что вы за это берете бабки и ложите себе в карман. Депутации. Обманывая нас. И меня не интересует, кто там хозяин. Меня интересует, как это вы себе позволили нас грабить. Как ни крути, получается, хозяина у нас нет. Хозяин у нас, вот они. И они нас ограбили, обманывая вот таким образом. А мы им смолчали раз, смолчали два и смолчали, извините, 30 лет. 30 лет. И они говорят сейчас, 30 лет молчали и сейчас молчат. Никуда они не денутся. А мы ищем, что кто-то за ними стоит. Да мне плевать, кто за ним стоит. Вы мне не рассказывайте сказки про Байдена, про Меркель, про Путина и всех остальных. Если я буду слушать все вот эти сказки, то мне завтра нужно повеситься. Виноваты те, которые нами уполномочены этим всем руководить. Ну или дем вот уж и пуни макола. Все-таки мы приходим к тому, что все-таки нету обратной связи от депутатов. Это наша проблема. Это мы курит. Вам морды да. Что у нас не чистили если... за вот такого рода поведение. Но я такую то время. Если взять депутат. Как вот партия, да? Любой член партии, допустим, человек может пойти в эту партию поступить, да? Вступить. Да. Ну, он может дойти до парламента, до депутата, так? Это же бизнес на данный момент получается. Если ты приходишь с деньгами, значит ты... То значит ты туда пройдешь. Да. А если ты купил это место, то ты никогда себе не позволишь опубликовать эти схемы и показать люди добрые, вот что с вами делают. Да. И поэтому у нас все места продаются. Да, и что у нас получается? Значит, если через партию войти в парламент,
то от них получается, что мы не можем от них ничего, кроме вот 4 года прошло, допустим, видим, они поворовали, они... следующие да, 4 следующие, придут другие. Да. А на самом деле это депутат, слуга народа, он должен каждый избираться. Наш слуга народа, наш слуга народа, извините за эти слова, но знаете, если ему не ломать руки и ноги за воровство, то он будет воровать. А если они почувствуют, что со стороны народа есть контроль, и когда он ворует, его этот народ и снесет, и посадит, и объяснит, зачем его избрали, вот тогда этого воровства не будет. У нас же 30 лет было молчание. Мы себя, извините, вели как отара овец. Хорошо. Дальше, если вы говорите, что народ, давайте народ, кто его посадит? Прокуратура? А что, и прокурора нельзя снести? Или что, и прокурору нельзя объяснить, что такое хорошо и что такое плохо? По большому счету можно все снести. Правильно. И всех снести. А извините, а как по-другому? Вот в этой ситуации, когда вам в наглую говорят, мы хотим отмыть 2 миллиарда долларов, 1,5 миллиарда долларов, и вы должны нам эти деньги заплатить. Я буквально вчера или позавчера написал пост, что когда вас грабят, у вас есть всего лишь два выхода. Или добровольно опустить гриву, смолчать и отдать все последнее. Да. Или второй выход, взять его, пристрелить как бешеного шакала. Это собака была. Ну, вы меня поняли. Да. Понимаете, была женщина, которая обиделась, что я собака. Да, я заметил. Но... как бешеного шакала пристрелить, чтобы следующий, кто за ним придет, знал, родной, так нельзя. Не только у тебя дети, а у остальных щенки, у всех дети. И всех нужно накормить, обуть, одеть и дать нормальную путевку в жизнь. Вот где проблема. И мы все это сидим и молчим годами, 30 лет. И мы слушаем... сказки про... Ну, народ молчит, потому что он многого не знает. Коррект, коррект. Это первое. Второе, оболванивание населения происходит каждый день нашими СМИ. Понимаете, да? Понимаю. И это все работает. Это вот эти новые технологии, которые тоже пришли оттуда, из-за бугра. Вы заметьте, что я сегодня не призывал никого выходить на площадь. Знаете почему? Я прекрасно себе отдаю отчет, что для многих в этой стране то, что мы сегодня здесь увидели, является еще большим откровением, чем, скажем, для меня, который для Марии, для вас. Правильно? И я хочу, чтобы хотя бы день-два каждый в этой стране задал себе вопрос, что делать. Понимаете? Не я вас должен звать на площадь. Я хочу, чтобы каждый осознал, какой выход. И вот когда каждый осознает и примет решение, тогда мы все вместе этот вопрос придем и решим. И поверьте мне, что мы его решим быстро. И закончим раз и навсегда, потому что до тех пор, пока мы с ней не чувствовали счастливую руку народа, у себя на шее, они никогда не успокоятся. Никогда эти люди от этих денег не откажутся. И такие господа, как Лучинский, Филаты, Воронины, Дадоны и все остальные, которые сидели и нас грабили, завтра честными не будут. Они не могут быть честными. Они уже почувствовали вкус вот этих денег. И они нам могут рассказывать все, что угодно. Но верить человеку, который был уже неделю у власти нельзя. Здесь сейчас нужно эту старую власть отправить в историю и выбирать новых людей, которые не были. Понимаете, в этой власти? И как только появляется только предположение, что он ворует, его уже тогда нужно начать контролировать, и сажать за это воровство. А для того, чтобы мы это понимали, мы должны знать, как работает, скажем, система подачи газа, система подачи электричества,
как это все. Это ничего сложного, для этого должны быть нормальные инженеры в этом обществе. И они есть. И они есть, просто да, всем есть. Заткнули рот. Вы что думаете, в Молдова-Газе нету достойных людей, которые есть. Эту схему знают? Есть. Но их при приеме на работу в контракте просто записали, что вы не имеете права ни на какие темы говорить, разглашение коммерческой тайны. И человек стоит перед выбором, у него зарплата в Молдова-Газе, они говорят, минимальная где-то 10 тысяч лет, это так. У слесарей, а чуть только повыше там зарплаты растут. И человек думает, да я один ничего не изменю, но у меня дети растут, я их должен накормить. Да. Так вот, это все будет продолжаться до тех пор, пока местнарод не возьмет вилы и не скажет им, ребята, ажунжи, у ажунску циту ловоз. Понимаете? Но это должна вся страна сказать. Я так понял, что вы все да, это, ошарашены. Эта система, она еще будет в голове, будет вот. Давайте божиться. Мы сегодня закончим на этой оптимистической ноте передачу. Хочу вас каждого поблагодарить за то, что вы пришли, что вы присутствовали при этом моменте. И я думаю, что вы первые будете сидеть, считать, проверять. То, что я показал, чтобы вам самим было потом спокойно и не стыдно детям сказать, я знал, но смолчал. Спасибо, всего вам доброго. Думайте, решайте, принимайте решения, и каждый в отдельности, а потом мы все вместе эти решения воплотим в жизнь. Ну а вему царе фуарти фурмас, рео кондусе жбини фурат. Furată de 30 de ani și am la urmă cu masca de om bun și la urmă au ajuns în Parlament și au lipădat, au zbârlit măștele de om bun și nu le mai pun deloc. Dar aduceți-vă aminte, om bun, om bun. Și unii sunt oamenii buni la scheme și sisteme. Țară bună prin cuvinte și mâine dimineață la Parlament vă aștept toți să-i întrebăm care veniți să mă susțineți, mâine dimineață la ora 8 la Parlament vă aștept. Țară bună la toți. Toate cele bune. Sănătate. We'll be right back.